Так, привет, друзья, это Супер Челлендж. Мне туристы сказали, что Харьков ничем не хуже других городов. И что если взять какую-нибудь модненькую камеру, ну, типа моей, и наложить туда неплохую музычку, то город Харьков будет еще интереснее, чем Токио. Но я не знаю, правда это или нет. Поэтому мы сегодня находимся на одном из субцентров города. Это центральный рынок. Это, я не знаю, с чем можно сравнить центральный рынок Харькова. Наверное, это токийский Шибуя. Одна из главных достопримечательностей Харькова — колесная пара, нет, до 1000 килограмм. История о Харькове — это не пафосные дома и какие-то там рекламные билборды светящиеся, нет. Харьков — это настоящая столица, а в настоящей столице всегда есть место настоящему гетто. И я думаю, что район центрального рынка, по которому я частенько хожу, может иногда напомнить такие места. Все говорят, что в Европе красиво. Не знаю, я могу с этим не согласиться. Вот чем хуже наш Харьков? Я думаю, что висящие трусы на балконе ничем не хуже, чем итальянские развешанные высохшие полотенца. Еще что интересно, в Харькове же облик очаровательной старины, он же редко сменяется ультрасовременными зданиями. В основном облик очаровательной старины преследует туриста. Если турист просто прибыл в город на несколько дней, и он не знает, например, куда идти, то, конечно, вот он, допустим, вышел как раз в районе, где я гуляю, в районе ЮЖД, и пошел по этим уютным колоритным улицам и думает: елки-палки, какой же прекрасный старый город Харьков. Как он хорошо сохранился до наших дней. Как его качественно реставрируют. Какая интересная штукатурка и краска облупившаяся. Да, мы поддерживаем такой облик города. Какая-то непонятная заброшка, уже очень много лет она здесь стоит в таком виде. Рядом с податковой службой. Многие туристы, когда идут ко мне, проходят мимо морга. Друзья, можно найти еще другой путь, но колоритнее, чем он, я думаю, найти не получится. Вот, так что, в принципе, можно выбирать дорогу, и есть обходные пути, не всегда рядом с Йорк Тревел. Это Йорк Тревел рядом с моргом, или, короче, я не хочу говорить об этом.